Оксано! Оксана! Оксана! Пашка! Оксана! 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 Сейчас! Дорогая Оксана Свиридова. Героиня социалистического труда, горячий железнодорожный стахановский пример. Уважаемая Оксана Свиридовна. Товарищ Подпруженко, от имени железнодорожников я себя лично приветствую вас и поздравляю. Дорогая Оксана Свиридова. Повторяю, бригадиру Оксане Подпруженко, героине колхозных полей, пример. Одним словом присоединяюсь к предыдущему оратору. Прошу вас. Прошу вас. Какую героиню? Как какую героиню? Вот смотри, есть красота какая. Ой-ой-ой. Оксана! Знакомые, что ли? Да товарищи! Ах. Теслюк! Филип! Поздравляю. Картина, красота. Здравствуйте. Ну, как Быков? Назар Трофимович, быка упустить может. Что? Ольшанский за деньгами поехал. Как за деньгами? Ну, так наличными просят. Ведь продают по случаю ликвидации подсобного хозяйства. А бык выставочный на всю область, ну, медаленосец. Тогда не упускай, бери. В наших руках. Но я говорю, наличными просят. А я боюсь, все-таки финансовое нарушение. С ветеринаром быка смотрел? С ветеринаром. Здоров, как бык. Тогда не упускай, бери. Нехай вместе отвечать будет. Есть. Поехали. это вас так угораздило? Споткнулись, что ли? Тебя спасал. Ой, меня? Ну да. А то вы меня. Конечно, я вас. Конечно. Да ничего, вы не стесняйтесь. Это бывает. На, одевайся. Простудишься. Ой. Наша Оксана. Ой, я вас знаю. Вы Петр Середа. Он самый, колхозный сын, так скажем. Вы еще у Проценков жили? Жил. А вы знаете, Назар Трофимович, у нас теперь председатель. Знаю, молодец. И Оксана героиня. Что же она у вас, одна героиня, да? Пока одна. О-о-о. Ну ладно, одевайся, одевайся. А вы сейчас такая будете? Горошка. Горошка? Иван Спиридонович? Да. Так ведь у него же... Вера! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как вы выросли и как я постарел. Ой, что вы! Совсем вы не постарели. Вот так Вера, Вера Ивановна. Хей, хей! Хей! Слушай, он самый. Да-да. А Катерина Матвеевна мне не указ. Есть у меня электростанция, и пока мне хватит. А если вам нужна станция, так стройте ее в свое удовольствие. У меня сейчас другие планы. Ну, что ж делать? Бывайте, кончай всякие боевые разговоры. Все. Что ты так с людьми разговариваешь, сынок? Мама. В хате я вам подчиняюсь, а в колхозных делах будьте любезны. Вот характер у тебя. Да у меня ангельский характер. Ангел. Петро. Мама! Мама! Посмотрите, кто к нам приехал. Здравствуйте, Наталья Химовна. Не узнала. Ой, Петро! Не узнала, не узнала. Когда мой друг не забывай, как родная мать на битву снаряжала, как в поход далекой провожала дальний путь на Эльбу, на Дунай. Что минуло, то прошло, и нам того не жаль. Эх, наша дружба, дружба фронтовая, нам сердца дороги согревает, а дорога нас уводит вдаль. А путь дорога нас уводит вдаль. Ну что ж, мама, долго так будем сидеть? А ну, пошли, Петро. Вот так и живем, Петрик. И хорошее было, и плохое. А мы люди не злые. Отвоевали и начали жить заново. И хорошо начали, Наталья Ефимовна. Хата новая, мебель новая. Что-то у тебя все новое. Ты что, жениться, что ли, собрался? Как говорится, в плане записано. А, кто же она? Это строжайший секрет. Наталья Ефимовна. Мама. Она. По голосу слышит. Чего мимо хаты проходите? А ну идите сюда! Заходите, заходите! Здравствуйте, девчат! Заходите! 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 Здравствуй, Оксана! Здравствуй, Петро! Заходите, девчат! Заходите, смелей, смелей, смелей. Приехал, даже не верится. Да вот, понимаешь, приехал. Поздравляю тебя. Спасибо. Желаю тебе... Да что там говорить? Да я тебя поцелую. Ну, пойдем к столу. А? Пойдем. Пойдем к столу. Прошу. Ты чего не спишь? Да что-то не спится. Слушай, Назар, когда свадьба? Осенью, думаю. Я вот костюм вам принесла, Петр Андреевич. Здравствуйте, с добрым утром. Спасибо. И за цветочки тоже спасибо. Или это не мне? Нет, не вам, Петр Андреевич. Вера! Вера! Некогда мне разговаривать! Работать надо! Генерал идет. Тебе бы только шутки шутить, а работать-то не больно. А я шучу и работаю. Что это, ты с левой ноги встала? Вот вы сейчас мимо участка Оксаны проходили. Табличка интересовались? Интересовались. А у нас какая? Так у людей табличка как табличка. Ну ты говори толком, чего злишься? Да на нашу стыдно посмотреть. Кривая какая-то, косая, дождями вся смытая. И вообще, я прямо не знаю, ну что мне с вами делать? А что? Вот подобралась компания, все какие-то растерзанные, растрепанные. Что ж завтра ж была табличка не хуже, чем у Оксаны, понятно? А, ей Назар, может, в городе заказал, масляными красками и живописца. А значит, и нам заказать надо, мы не беднее Оксаны. Так она же героиня. А мы что же? И мечтать, что ли, об этом не должны? Вы хлеб-то, Оксане, видали? Видали. Ну, а наш-то чем хуже? Не хуже. Вот я завтра потребую бригадиру, чтобы он нам все цифры в соцобязательстве увеличил. Тогда посмотрим. Заболел его. А мы-то чем хуже? Что мы беднее? Или что лодырь, или работы своей не знаем? Может, мы даже лучше, чем там некоторые, табличками. С Оксаной поссорилась. Да ничего не поссорилась. А просто так работать, как мы работали до тех пор, больше не будем. Понятно? И еще неизвестно, кто на совхозе лучше всех работает. А что, девчат, правда, подумаешь, Оксана, Оксана, мы чем хуже? Что мы, земля не такая же, как у нас? Правда! Кабинет агронома. Мой. А это твоя бухгалтерия. Здравствуйте, финансисты. Здравствуйте, Назар. Здравствуйте, товарищи. Ну, прошу любить и жаловать. Петр Андреевич Середа, новый бухгалтер. Ганя, счетовод-стажер Ганя Колесин. Очень приятно. Бухгалтер Колодочка. Временно исполняющий обязанности. В Рио. Высшее финансовое образование. Среднего нет. Ну, Петро, разбирайся тут, а я потом наведусь. Академик. Ну, ладно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Это что, мой, что ли? Да, это стол главного бухгалтера. Ладно. Здравствуй, Назар. Здравствуй, Оксана. На тебя посмотреть, разве не дело? Посмотрел? Ну ладно, поезжай, поезжай, работать мешаешь. Сердитый ты сегодня. Ну уж как всегда. Ну, если как всегда, это не страшно. А я думал, что-нибудь изменилось. Да что же изменилось? Да так, всякое бывает. Да ты о чем говоришь? Что у тебя на уме? Да ничего особенного. А Петро-то наш, а? Хороший. Такой хороший. Другие вот забывают добро, как встанут на ноги. Я иду на все четыре стороны. А он вернулся. Да, вернулся. Только выходит, ему не легче от этого, раз такое дело. Какое-то такое дело. Ох, и хитрые вы, девчата. Глазом не моргнете. Да о чем ты говоришь, что знать толк, девчат? Вот что, Оксана, ты брось это. Не к лицу тебе притворяться. Я ведь тебя ни в чем не обвиняю. Назар, голубь мой. Ты ведь мой характер знаешь. И чтобы плохого не вышло, все, что хочешь сказать, скажи. Да притом не заговаривайся. А чего ты меня пугаешь-то? Пожалуйста, я могу и помолчать, если так. Это как так, оно говори? Вот и поговорили. Будь здоров. Нет, подожди, Назар. Ты что-то скрываешь от меня? И мысли у тебя плохие. Мои мысли при мне останутся, поскольку вы мне своих не доверяете. Нет таких трудов. А? Как понять? А, да тут какое дело? Из района проезжали. Ну и остановились на квартире у Карпенко. Ну, вроде как бы за обслуживание. Да нет таких трудодней. Ну, трудодней, может быть, таких и нет. Ну. А вот резолюция Назара Трофимовича есть. Я вижу, вижу. Понимаете, какая штука? Ведь председатель может ошибиться. А наша с вами задача – поправить его. Председателя? Председателя. Так. Петро, Петр Андреевич, дорогой, здравствуй, с приездом, так сказать, с возвращением. Ну, хорош, хорош, орел, ничего не скажешь, интеллигент, а ко мне не зашел. Я обидел, обидел, я тебя вот таким стригунком знал, а ты обидел. Вот, пожалуйста. Что это? Бык. Какой? Выставочный, на всю область, медаленосец. Купили по приказанию председателя колхоза. Прошу принять и, так сказать, утвердить. Оставьте, я все. Пожалуйста. Посмотрю. А вот это, значит, месячный отчет по трудодням. Сдаю, никогда не задерживаю, привычки такой не имею. Я пошел. Хорошо. Значит, зав ферму. Да. Возглавляю колхозную живность. Ой, Федорович, да вы присядьте, что вы так торопитесь? Давайте посмотрим, разберемся. Так, телятницы, свинарки, доярки, Мария Стасюк, 25. Что-то? Что? Да что-то голые трудодни. А дополнительную оплату вроде корову языком слизнул. Может, фермы плохие? Почему? Фермы неплохие. Есть, конечно, недостатки, как у всяких. Ну, так сказать, стараемся, берем размаха. Ну, а план-то выполняем. Ага. Пойдем, Пылык, точно посмотрим, что это такое за размах. Ганя, дайте мне инвентарную книгу. Кстати, я вам покажу, Пылык, как составлять отчетность. Спасибо. Тут вы не совсем точно это делаете. Тут уже есть моя резолюция. Ну да, резолюция есть, но бухгалтерия не принимает. Какая бухгалтерия? Наш новый бухгалтер. А ты показывал ему мою резолюцию? Показывал. А он что? Он сказал, что председатель может ошибиться. А наша задача его поправить. Ну, а ты как думаешь? Наша задача. Бухгалтер новый, друг старый. Вот он меня и поправляет. Хороший человек. Ох, энергичный. Прошу разобраться, Назары, чтоб этому делу был конец. Ну, давай, в чем там еще председатель ошибся? Пришел, в каждое стойло нос сунул, так ему, видите ли, не так. Это не по правилам. Доходы, между прочим, это у вас небольшие. А помощи никакой. Да кто пришел? Зоотехник? Да какой зоотехник? Вон он стоит. Бухгалтер новый. С Оксаной разговаривает. Ты поговори с ним, Назар, а то... Приехал, ведь ему сразу все не нравится. Вон он, сюда идет. Ну, Назар, красота какая, а? Батюшки, колбочки. Микроскоп, и профессор сидит. Ай-яй-яй. Здравствуйте, товарищ. Прям академия, а? Филиал. По крайней мере. Слушай, Петро, ты наших животноводов не обижай. Сам знаешь, дело серьезное. Помощь нужна. Убедился, что нужна, Назар. Только вот мы разошлись во мнениях с Белым Фёдоровичем. Вот опять то же самое. Ну как же, Белый Фёдорович. Будет уход, будет и доход. А если фермы не рентабельны, что ж делать? Надо бить по карману, так сказать, стимул. И что ж выходит, значит, корова Манька с одной стороны, а мой трудодень с другой. Именно так. И ваш, и мой, и его, и председатель. Ну вот что, товарищи, вы тут без меня разберитесь, а я в поле поехал. Вот так. Ну что же, Василий Николаевич, все нас покинули. Пойдем к себе. Резолюцию разорвал. Разорвал? Да. Хорошо, правильно. И очень неблагополучно в колхозе «Вперед», Григорий Пантелеевич. Председатель Проценко? Да, Проценко. Очень плохо. Вот посмотрите сводку хотя бы за последнее время. Фермы в запущенном состоянии, кормовая бригада только на бумаге, зеленый конвейер косить не дает, оставляет все на зерно, скот не доедает, удой регулярно падает. Вместо того, чтобы по-настоящему заинтересоваться этим вопросом, он назначил заведующим фермой человека некультурного, с примитивным представлением о животноводстве. Кто это? Там такой Теслюк есть, ни лекциями, ни брошюрами, ничем не интересуется. Я, как зоотехник, прошу вашего вмешательства в это дело, Григорий Пантелеич. Хороший колхоз с хорошими возможностями и такое безобразие. Ну, большое спасибо. Займусь. Обязательно займусь. До свидания. До свидания. Колхоз «Вперед», Проценко. Вот тебе еще, Верочка. А ну покажи. Красиво. Только вот это в середину, мне кажется. Антон Васильевич, хочу с вами посоветоваться. Ты что дымишь? Не спишь? Да понимаете, какая штука? Дел много. Хозяйство большое. Да, хозяйство большое. Вот у меня к вам какое дело, Антон Васильевич. Много людей приходит. Разговаривают, требуют, волнуются. И мне думается, что колхоз «Вперед» и не только по хлебу может быть на первом месте. Да и не только в районе. Сегодня один старик приходил. Говорит, мечты мало, отваги мало. Кирилл. Доходу мало. Расписал, какую бы он пасеку хотел организовать в колхозе. Помолодел, глаза горят, а его используют сторожем гаража. Да это не только дядька Кирилл. Я вот тоже в прошлом году окончила курсы животноводов, а работаю по хлебу. Вы знаете, какой у нас председатель? Ты на председателя не бросайся. Все будет. Ты вспомни, что до него было. Председатель у нас орел. Ну, что там у тебя? Давай. Я вот тут немножко посчитал, Антон Васильевич. Хочу председателю предложить. Да боюсь, как бы он меня не заклевал. Человек я новый, Назар горячий, а хозяйство большое. Хочу с вами посоветоваться. Тут и о ферме, о свиноферме, электрификации, механизации и так далее. Я вас цифры утомлю, Антон Васильевич. Цифра ведь она только на вид скучная. Так, доход колхоза в прошлом году составил 954 тысячи рублей. Давайте немножко помечтаем, Антон Васильевич. Предположим, двинули мы вперед животноводство. И ферма у нас уже образцовая. Удой с каждой коровы довести до 3–3,5 тысяч литров в год. Доход от молока, масла, сыра 200, а то и 300 тысяч рублей. 4–5 килограммов шерсти с каждой овцы, тоже 80 тысяч рублей. А птицы, бахчи, сады, пчелы. А виноград у нас разве не может расти? Да разве у вас станция? Зажигалка у вас, а не станция. На ферме тока нет, кино нет. Молодьбу электрифицировали, успокоились? Толстый. На сегодняшний день это не электрификация, а мистификация. Вот как строить хотим. Сейчас колхозы объединяются. Они тут отгородились от света белого, окопались совсем. Ну чего вы спорите? Вы урожай видели? Хлеб как лес стоит. У вас же в руках книги, бухгалтерские книги. Да человек вы, наконец, или арифмометр. Да я все время пытаюсь вам сказать, что я с вами согласен. Что согласен? Вполне с вами согласен. Что за женщина, я не понимаю. Он-то согласен, а я не согласен. Петр Андреевич, да. Я пойду обедать. До свидания. Так-таки ни с чем не согласен. Так-таки ни с чем. Да ты пойми, у нас урожай миллионный. Чумак допотопный. А у нас не меньше. Если вам нужна электростанция, стройте ее сами. А мы пока своей обойдемся. Последнее слово? Последнее. Последнее слово будет в райкоме. Едемте, товарищи, зря время теряем. Доброго пути. До свидания, Петр Андреевич. Всего хорошего. Будь здоров. Всего доброго. До свидания. А ты не прав, Назар. Надо кооперироваться с соседями. Пусть сами строят. Река большая. А своей станции я не поделюсь. И точка. Станции или слабой? Ну, слабой. Это другое дело. А если нам нужно расширить свою, на будущий год расширим. Вот это тоже образец твоего метода. На тот год. Так можно ровно на год отстать от своих современников. Ты когда мне быка оформишь, современник? Нужны все документы. Бык не ясный. Бык куплен по моему распоряжению. Я пока отвечаю. Может быть, я тебе еще не ясный. Ну, что ты говоришь, Назар? А это я тебя хочу спросить. Можно? Здрасте. Здравствуй. Разговоры всякие, слухи. Отваги мало, мечты мало, доходов мало. Каждому колхознику председатель, видите ли, чуть ли не по мотоциклу не додал. И все за спиной. А ты давай в глаза. Назар. Хорошо. Рад случаю, давай в глаза. Садись. Присядь, Оксана. Послушаем, что ученый человек скажет. Кстати, вовремя пришла. Первая, ферма. Где тут твоя отвага, председатель? Надежда Михайловна, Надежда Михайловна. Вот хорошо, что тебя встретила. Надежда Михайловна, я хотела с вами посоветоваться, как зоотехником. Давай. Хочу переходить работать на ферму. Можете мне? Ну, помогу с удовольствием. Как раз за этим тебя и искала. Пойдем поговорим. Назар, друг, пойми. Я ведь не со зла все это говорю. Просто мне, как новому человеку, виднее. Хороший у нас колхоз, хороший. Но ведь не все же возможности учтены. Постановление о развитии животноводства выполняется кое-как. Правильно, Петров. Так. Значит, все плохо. А особенно председатель. Ну что ж, может быть, ты и прав. Знаешь, Назар, кто обижается на критику, особенно на дружескую критику. А дружеская ли это критика? Ты говорил мне правду. Теперь слушай мою правду. Что между нами встало? Что-то или кто-то? А ну-ка еще яснее. Прямо в глаза. Все, что думаешь. Не Оксана ли между нами? Можешь не продолжать. Петро, я всегда любила тебя как брата и сейчас люблю. Это для ясности. А тебя, Назар Трофимович, за глупые твои подозрения знать не хочу. Это тоже для ясности. Эх, Назар, Назар, зачем же ты нас так обидел? Вас. А вы обо мне подумали? Ты мне веришь или не веришь? Брось, святой. Землю, Назар Трофимович. Люблю. А кто ее не любит? А разве ты не любишь? Назар Трофимович. Но? Я хочу на ферму уходить. Отпустите меня. Как на ферму? Ведь на ферме люди нужны. Да ты что? Землю готовил. Такой хлеб растет. Ты у меня первый кандидат в героини. Да героини и на ферме нужны. Ну, всякому овощу в свое время. Да зачем же нам время терять? Вот вчера бухгалтер наш, Петр Андреевич, так говорил. Ведь если же погорячей за это дело взяться, знаете, как можно? Ты что, серьезно? Не пущу. И пусть бухгалтер не вмешивается ни в свое дело и не решает, куда мне людей ставить. А это не бухгалтер решил. Это я решила. И так оно и будет. Не будет. Лучшую специалистку по свекле и на ферму. Только одумайся, Вера. Звездочку теряешь. Лишь бы колхоз не потерял. Другая возможность. Все равно не пущу. Назар Трофимович, ну? Ну как же с быком? Что с быком? Не оформляет? Кто не оформляет? Новый бухгалтер не оформляет, тянет. Почему тянет? Ну платили ж наличными, помните, а теперь эти 11 тысяч у меня на шее висят. Ну сказано, тебя оформят. Оформят? Да. Хорошо. Звонили из райкома. Товарищ Рубан приедет к нам на собрание. Приедет? Да. Королю Коксагиза, привет! Здравствуйте, Григорий Пантелеевич! Здравствуйте, Дарья Кирилловна. Здравствуйте, Григорий Пантелеевич. Что же это вы на лошадке? Вам же победа отпущена. Да мы так, чупцем. На одной лошадиной силе. Жмется все в каждом деле. Вот Григорий Пантелеевич заладила, подавай ей санаторий в колхозе. Кварц мне, говорит, нужен, и минеральные ванны. Ну просто с ума под... Минеральный источник у нас обнаружили. Санаторий — это мысль. Какая же это мысль? Товарищ секретарь, у меня коксагиз мыслил. До свидания, Дарья Кирилловна. До свидания. Бывайте здоровы, Мусей Антоновичу. Передайте привет своему парторгу. Да скажите, в районе давно не был. Да. Да передай, чтоб не просто приехал, а прикинул насчет санатория. Ну! Григорий Пантелеевич, значит, вы тоже за санаторий голосуете? А я за все, дорогой, чего народ хочет. Давай. Я тебе сказала, что построишь. Никогда. Но то глупее самосила. Это о животноводстве. Теперь дальше. От пчеловодства, Кирилл Петрович, уже к 3-му году пятилетки доход нашего колхоза увеличился бы до 15-17 тысяч рублей. От разведения рыбы, Николай Иванович, от 15 до 18 тысяч рублей. Таким образом, общий доход колхоза выразился бы в сумме около 2 600 000 рублей. И если начать работать не в полсилы, а в полную силу, то этот план уже не мечта, а действительность. План – это люди, которые его выполняют. Это мы с вами, товарищи. Объясни-ка людям, как мы решили уменьшенной бригадой с делами управиться. Это легко сказать, объясни. А я вот не совсем согласна. Но вот как я могу быть согласна, если Вера Горошка и другие уходят? Сколько лет вместе работали и все, а ты хотите, чтобы я согласной была? Только вы не думаете, что я трудности испугалась. Мы уже постановили справиться с работой и без них. А вот вы подумайте о том, сколько вот они все вместе труда вложили в наш хлеб, в свеклу, в кукурузу, а теперь на ферму уходят. А мы, чтоб чужой труд себе в итоге записали, да еще того, гляди, на глаз за них получим. Вот с чем я не согласна. А вообще согласна. Можно водичку попить? Кто еще хочет? Позвольте мне. Слово имеет секретарь районного комитета партии товарищ Рубан. Хороший был доклад. Я думаю, что после такого доклада и содокладчиков таких вы 5-летний план вашего колхоза пересмотрите. Особенно когда с соседями придется кооперироваться по электростанции. Жизнь заставит, Назар Трофимович. Придется объединяться. Можно к вам, Марина Михайловна? Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Васильевич. Заходите, пожалуйста. Так я не один. Прошу. Девчата, заходите. Здравствуйте, Марина Михайловна. Здравствуйте, девчата. Оксана дома? Здравствуйте. Оксана! Здравствуйте. Ой, ты ж сколько же вас. А вот тебя по делу, Оксана. Давай, садись. Садитесь, Антон Васильевич. Ну, рассказывайте. Мы пришли к тебе договор переписывать. Ваша какая цифра? 28? Ну. А моя 30. Подравняем? А ваша какая цифра? 32. Сколько? 32. Ну, а что бригадир скажет? Что народ, той бригадир. Уполномочен на эту цифру от всей бригады. Подъели тебя, Оксана. Мама, давайте договор. Я. Кто это? товарищ Горошка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, едешь? Завтра уезжаем. Ну, слава богу, все в порядке. Да нет, не все в порядке. А что еще? Вот, список еще. Это все? Нет, еще на обороте. Слушай, а ты учитываешь наши возможности? Учитываю. Может, от меня птичьего молока попросишь? Ну, если надо будет, попрошу. Ну, птичьего ты молока я тебе не дам. Назар Трофимович, каждый, Назар Трофимович, я вас прошу, вы посмотрите. Назар Трофимович, это надо решать сейчас. Потому что если я уеду, тогда это штурмовую, надо я штурмовую придумать. Господи, я все себе грамотный человек. Котел тебе нужно, трава тебе нужна, бригаду отдай. Вы что, смеетесь? Чего там решать? Потому что когда я уеду, вы же ничего не сделаете. Не тарахти. Слушай, Петров, придется удовлетворить. Хорошо. Но это мы увидим хорошо. Назар Трофимович! Да! Насчет ветеринара не забудьте. Все, разговор окончен. А чего смеетесь? Сейчас смешного нет. Ну хорошо. Я вам все это постараюсь обеспечить. Ну хорошо, спасибо, Петр Андреевич, спасибо. И до свидания. Я на все лето в летний лагерь. Буду скучать. Ну да, так я ему поверила. Очень выразительно здоровается. Вот коровы тоже нас так встретили. Только вы, а не му. Я попрошу не придираться к словам, товарищ зоотехник. Какие же это слова, а? А вы что, считали, что я вас с феверком встречать буду? Конечно, от вас дождёшься. Ну, довольно ссориться. Вера Ивановна Горошка не только вашим заместителем будет. Она хочет взять себе коров на раздой. Вы ей выделите 4 плохих коров, она будет их раскармливать, а потом перейдет на 4-разовое доение. Каких? Что каких? Я говорю, каких коров вы хотите взять на раздой? Зорьку, Душку, Звездочку и Красу. Но, ну, у нас тогда потекут молочные реки и кисельные берега. А вы не смеетесь. А я не смеюсь, товарищ зоотехник. Я плачу. Плачу. А что касается этих коров, то я считаю, что их раздоить нельзя. Можно. А я говорю, нельзя. Нет, можно. А я говорю, нельзя. Можно. Вы сейчас не против нас идете, товарищ Теслюк. Вы против науки идете. Мичурин. О, стоп, стоп, стоп. Ну, раз до науки дошли, товарищ Теслюк вас. Пожалуйста, забирайте ваших коров. Раздаивайте, раскармливайте, превращайте худобу в породу, а меня увольте. Вот морганист несчастный. А между прочим, товарищ помощница, я попрошу без оскорблений. Припадочный какой-то. Белый Фёдорович, а когда же вы спартет косить будете? Завтра начнем. Пора уж. Знаю, что пора. красуня. Два с половиной. Товарищ. Да. Вы же вчера обещали эспартет косить. Завтра. Ну, Полыцов, чего ты же не воруешь? Завтра будем косить. Молоко, между прочим, выливать надо. Сколько? 5 литров. Спасибо. Не бых. Завтра на чем косить? Скошено уже. Пахать пора, кукурузу надо сеять. А скошено, значит, завтра на чем пахать. Я на себе, что ли, буду пахать? Прицел. Разговоры еще. Оксана, друг мой, это не ко мне, это к председателю. Да не могу я к нему. Ну, я же тоже не могу подменять председателя. Назар должен решить правление, а я бухгалтер, мое дело дебет-кредит. Что правление решит, то я и сделаю. Я, может быть, бухгалтер хороший, а председатель никакой. Да человек ты хороший, вот это главное. Ничего не выйдет все равно. Ну ладно, спасибо тебе. Ну, пожалуйста. ты чего в летний лагерь не заедешь, а? Зачем? Ну, скучает там по тебе. Кто скучает? Ну, как то дебет, кредит, а отчетность страдает. Ну, ладно. Эх ты, арифмометр. Поеду. Обязательно поеду. А чё? И к зиме в первую очередь необходимо механизировать подачу кормов. И теперь насчет водопровода. Говорим, говорим, а труб до сих пор нет. Вы что, меня не слушаете, Петр Андреевич? Да нет, слушаю, слушаю. Ну тогда садитесь. Давайте запишем. Восемьсот метров труб водопроводных. Два мотора, кирпич, сколько? 20 тысяч. Тес 8 тысяч. 8 тысяч. Нет, не 8 тысяч, а 8 кубометров. Да, да. Все? Да. В общем, ферму нужно оборудовать так, чтобы коровы ахнули. До свидания, Петр Андреевич. Помните, как мы ныряли здесь? Помню. До сих пор вынырнуть не могу. Как это другой? Ну, раньше как-то проще были со мной. Удивительно, как это вы заметили, Петр Андреевич. А я слышала, вы уезжать собираетесь. Да предлагают в район. Вера. Вера. Уехать мне или не ехать? Я не знаю. Не знаю. Ну, хорошо. Подумайте. Ну что ж, молодцы, девчат. А где ж ваш хозяин? Товарищ Теслюк! Спит, наверное. Девчата, а ну, хором! Теслюк! Филип! А ну, пошли, девчат, дело есть. Так, значит, извиняюсь. Ну, давай, докладывай. За последнее время наша ферма достигла значительных успехов. Товарищ, громадных успехов. Громадных. А что смешно? Что наше не смешно? Да не тебе докладывать, а товарищ Горошко. Прости, товарищ. Ну, что говорит Антон Васильевич, вы наши дела хорошо знаете. Тогда позвольте мне доложить. 800 метров водопроводных труб получил. 2 мотора получил. Кирпича сколько просила? 20 000. Так вот, получил 50. Механизацию подачи кормов закончим к зиме. Так я говорю, Антон Васильевич? Так, Назар Трофимович. Ну и вот. Проект новой родилки. Хоть маленькой, но отдельная. Что скажешь, главная крикунья? Спасибо, Назар Трофимович. Спасибо, Назар Трофимович. Вопросы есть? Предложения? Кварц. Что кварц? Ну, раз такое дело, Назар Трофимович, хорошо бы для коров кварц и солюкс, да? Ну да. Вам палец дай, так вы из человека весь скелет вытянете. Рентген вам еще. Так вот, заседание закончено. Спокойной ночи, девчата. Ну, все-таки вы насчет кварца подумайте. Ладно, подумаем. Пойдем, Антон Васильевич. До свидания, Назар Трофимович. Да, слушай, Филипп, завтра зайди в правление, разговор есть. На повестке остались следующие вопросы. О готовности колхоза к уборочной, подготовка к участию в областной сельскохозяйственной выставке, о расширении детских ясель и детсадов. Здравствуйте, товарищ. И текущее... Чем вызывал? А вот зачем. Правление колхоза решило назначить Веру Горошко заведующей фермой, а тебя помощником. А я не желаю работать помощником. А это твое дело. В общем, понятно? Так ж куда дальше? Да нет, есть куда дальше. Если так будешь продолжать плохо работать, назначим ночным сторожем. Между прочим, товарищи, я буду жаловаться. Ну-ну, жалуйся. Продолжаем. О готовности колхоза к уборочной. Давай, Антон Васильевич. Ну, желаю удачи. Первым посеял, первыми соберешь. Соберу, товарищ Рубан. У меня к вам один вопрос, товарищ Рубан. Пожалуйста. Вы человек грамотный в политическом смысле. Так вот, у меня к вам такого рода вопрос. Как вы думаете, товарищ секретарь, ревность — это капиталистический пережиток? Да, вопрос. А вы сразу не отвечаете. Вы в книжках посмотрите, так сказать, подготовьтесь. О чем мне готовиться? Конечно, пережиток. Вы хоть ты любовь пережиток? Ведь если человек любит, неужели он не имеет права беспокоиться? Если любишь, верить должен. Это я понимаю. Трудно бывает верить. Вот что. Здорово, Назар. Здравствуй. Ну вот что, я пришел не для того, чтобы выяснять с тобой отношения. Никуда я тебя из колхоза не отпущу. А я никуда и не собираюсь. Да. А дело такое. Ты же знаешь, что кроме тебя и Натальи Химны у меня никаких близких и родственников нет. А у меня сейчас такое положение получается, что мне нужен родительский совет, благословение, ну и все, что там полагается. Я встретил такого человека, такую девушку, ну, словом, Веру Горошка. Хорошо, Петро, что ты ко мне пришел. Ты меня прости, я тебя и Оксану здорово обидел. Ну ладно, что там вспоминать? Ты знаешь, она мне ведь не простит. Она же тебя любит, чумак ты до потоп. Ну, все равно не простит. Вот что, Петро. Ну? Нам нужно организовать уборку как следует. Грохнуть ее так, чтоб небу жарко стало. Ну и грохнуть. Ой, грохнуть. Ох, грохнуть. Сейчас увидим. Так. Ну сколько, Петро, не томи. Сейчас, сейчас. и 45 килограмм. Поздравляю, Антон Васильевич. Поздравляю тебя, Василий. Поздравляю. Куда? Одевай, говорю. Одевай. Поздравляю, Дарья Тарасовна, поздравляю. Вот, а теперь кланяйся, 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 кланяйся. Вот и на, кланяйся. Лев Оксаны Подпруженко. В колхозе 800 гектаров будут занимать фруктовые сады и виноградники. Здесь будет стадион, здесь птицеферма, маслобойня, животноводческие фермы. Весь колхоз будет электрифицирован, а в этом здании будет дом агрокультуры и клуб. Построим эту красоту, товарищи, обязательно, потому что силы в себя чувствуем богатырские. Три колхоза объединились вместе. Значит, втрое стало той силы, товарищи. Назар Трофимович, а что, если бы вам с Мусеем Антоновичем, с Катериной Матвеевной? Что, объединиться? Ну, согласен. Согласен. Ну давай, вот, давай. Вот. Ну, держись, Назар! Назар Трофимович, а я ведь подготовился, подсчитал, пережиток категорически, особенно у тебя с нею. Назовем мы наш колхоз именем батька нашего, товарища Сталина.